Реализацию всесезонного туристско-рекреационного комплекса «Мамесон» обсудили в правительстве России. Глава республики Вячеслав Битаров встретился с заместителем министра экономического развития Сергеем Назаровым. Руководитель региона отметил важность проекта, который планируется как крупнейший профессиональный курорт туристического кластера Северного Кавказа. Напомним, во время визита делегации Министерства экономического развития России в Северную Осетию в октябре прошлого года стало известно, что в федеральном бюджете до 2023 года заложено почти 6,5 миллиардов рублей на создание курорта «Мамесон». Говорили и о мероприятиях, запланированных в рамках реализации генплана развития Беслана. Документ предусматривает строительство и реконструкцию важных социальных и инженерных объектов города, а также мероприятия по оказанию высокотехнологичной медицинской помощи, реабилитации и предоставлению санаторно-курортного лечения гражданам, пострадавшим в теракте в сентябре 2004 года в Беслане. Перед республикой стоят важные экономические задачи, для реализации которых необходим двусторонний конструктивный диалог, отметили участники встречи. Вячеслав Битаров выразил благодарность правительству и Минэку России за поддержку проектов и инициатив руководства республики.